Привет, друзья! Меня зовут Марианила. Сегодня будет распаковка заказа с интернет-магазина iHerb. Коробка достаточно большая. Здесь у меня 2 килограмма 800 грамм. Опять буду при вас распаковывать. Какие-то свои впечатления будут и первые эмоции тоже. По поводу, возможно, каких-то там новых товаров. Здесь вообще у меня 11 товаров и общая сумма заказа 4681. Здесь в основном все повторы, то есть, ну, как бы то, что мы уже раньше заказывали, то, что нам понравилось. Ну, коробка прям такая достаточно большая, вот так вот она выглядит. Бумаги что-то они в этот раз прямо пожалели. Всего одна бумага. И, между прочим, iHerb больше воздух сюда не складывает. Ну и буду сразу, наверное, доставать вам. И показывать сам товар, и сколько он стоит, и так далее. И еще я буду говорить обычную цену. Но когда я делала заказ, там была такая акция, что если больше, чем на $60 набрать, то скидка будет еще 10%. И вообще, по поводу iHerb, с 28 апреля для России, для нас, стал не открываться сам сайт ни с компьютера, ни с телефона. Ни с телефона, где Android, ни с телефона, в общем, нигде не открывается сайт. Вот, и если честно, конечно, был какой-то такой шок, что как так, мы больше не будем ничего заказывать с iHerb. И, в общем, я опять смотрела Ксению Вебер, и я в предыдущее видео тоже говорила, что у нее очень классный канал, и в том числе она много рассказывает про iHerb. И еще у одного канала я тоже смотрела, как выйти из этой ситуации. В общем, если ты установишь себе на компьютер другую программу, называется она VPN, и эта программа позволяет нам сменить IP-адрес и поменять свое местоположение, вот, то также сайт работает, но ты уже ставишь, что ты не в России находишься, а где-то в другом месте. Вот. Ну, а доставку, естественно, делаешь туда, куда тебе нужно. Выбираешь город, пункт выдачи и так далее. Вот. То есть пришлось к вот таким вот хитростям прибегать, чтобы сделать очередной заказ в iHerb. Теперь первое, что я достала, это зубная паста отбеливающая от фирмы вот этой... Хумалава, я не знаю, какая, если честно, фирма называется. Вот, какая-то такая упаковка очень интересная. Я заказывала пробник у этой зубной пасты. Не знаю, в общем, сама это не сдвигается. И мне этот пробник очень понравился. Ты когда чистишь зубы, ощущение очень-очень такое, ну, как бы прям... тщательно вычищены зубы, и аромат классный, мятный. В общем, я заказала полноразмерный вариант. Сейчас я скажу, сколько. Здесь 150 грамм, и вот эта зубная паста стоила 405 рублей, и плюс 10%, на которые я смогла как бы с нее потом получить скидку. Теперь... То есть это у нас была повторная покупка. Вот это тоже повторная, нам очень понравилось. И вообще я в последнее время стараюсь как можно больше всего органического, потому что, ну как бы, чтобы у Димы не было соблазнов, что мы едим что-то неполезное, и даже для нас самих, для взрослых. В общем, мы вот уже не первый раз заказываем вот эти кокосовые хлопья. Мы их добавляем в овсянку с утра, в кашу. И я их иногда даже просто, когда там чай, печенька, могу на печеньку их как-то насыпать немного. То есть они очень вкусненькие, и самое главное, они органические. Нам они понравились. Сейчас ихняя цена 227 рублей.
Теперь, вот без чего мы вообще просто жить не можем, да, как я на каком-то видео говорила, что мы в апреле ни одного заказа не делали. И, кстати, я вот этот заказ сделала 2 мая, а пришел он ко мне вот 15 мая. И мы уже давным-давно подъели все свои запасы арахисовых паст, и другие нам арахисовые пасты все равно совершенно не нравятся. Ну, пришлось как бы ждать, когда в следующий раз сделаем заказ на Херби. В общем, это самая наивкуснейшая арахисовая паста. Значит, здесь 454 грамма. И, значит, обычная ее цена 441 рубль, ну, там, с копейками. В общем, две вместе мне вышли 883. Теперь опять повторная покупка. Здесь в основном все повторы. Вот, кстати, в этот раз оно мне пришло тверденькое. В тот раз, когда я показывала, вот, наверное, видео от 8 апреля, там вообще такое ощущение, как будто там вода была. Оно жидкое такое прямо. Вообще, как вода там. В общем, это кокосовое масло от фирмы California Gold Nutrition. Как я его использую? Во-первых, я жарю на нем оладушки. Очень вкусные получаются. И что мы еще придумали, достаточно оригинальное, может быть, никто и такого и не делал, но для нас это вообще просто какой-то вкуснотень получилось. Мы делаем картофельное пюре, соленое картофельное пюре, вот, на молоке. Вот, но вместо сливочного масла мы добавляем кокосовое масло. То есть вот это вот сочетание картошки, соленой картошки и аромата кокосового масла, это просто вот, ну, вкусно. Вот. И, значит, заказали мы еще одну баночку, и при этом у нее была небольшая скидка. В общем, была 613 цена. Потом на Херби прям было в тот день, когда я оформляла, скидка до суммы 582, а на 582 мне еще пошло 10%. Теперь вот этот кальций, я его показывала уже и в январской, и февральской распаковке по Хербу. У нас была такая ситуация, у меня у мужа был перелом в ноге, большая берцовая кость. В общем, там была операция, все не очень хорошо, и мы заказывали вот этот именно кальций. Он самый лучший по составу. В общем, здесь 1300 миллиграмм в суточной дозе, и нужно выпить 4 таблетки в день. Вот. По концентрации, сколько мы смотрели, другой кальций весь идет либо 1000 миллиграмм, либо еще меньше. В общем, он лучше всего. А сейчас мы заказали его своей знакомой. Там уже бабушка очень престарелого возраста, 94 года. И не знаем, там тоже перелом, не знаем, срастется, не срастется кость. Но, в общем, надо кальций только с хорошим составом, как бы, содержанием кальция именно. И, значит, вот он стоил 1876, и тоже на него пошло 10% скидка. Тоже повторная покупка. Но у нас еще есть запас, просто мне нужно было добрать до 60 долларов, чтобы доставка пошла бесплатная, и чтобы вот эти 10% сработали. И это я на будущее купила, хотя у меня уже в запасе как бы есть, но пускай будет, я все равно буду все лето Диме давать вот эти витамины Джимми Кинг. Это мультивитамины и минералы, здесь 60 мармеладок, их нужно давать по 2 штуки в день. Здесь тоже хороший состав, и А, и витамин С, и Д, и Е, фолиевые, витамин В12, магний, цинк. Ну, в общем, хороший состав. Я ссылки оставлю, правда, вот я не знаю, если вы не будете менять вот эту программу на VPN, вы перейдете на Херб или не перейдете, я не знаю, то есть как бы ситуация там постоянно меняется, но, по крайней мере, ссылки я на все оставлю.
опять из повторных покупок, ну, правда, я взяла опять пробник, потому что полноразмерный вариант пока мне очень дорого, но мне она, конечно, понравилась. Это сыворотка с витамином С. Полноразмерный вариант стоит вообще 1600, и как бы я пока не могу выкроить на себя 1600, потому что много всего надо, и что-то из вкусняшек, и вот. Я заказала пока опять себе вот такую вот мини-версию, но она, конечно, прикольная, у нее очень-очень классный аромат. Ты наносишь ее на чистое лицо, когда уже умылся, умывалкой как бы все, ну и косметика снята, все, вот. То есть она такими капельками, ты ее просто втираешь. Я потом ни на какой ни крем не наношу, ничего, но мне все равно кажется, что кожа после нее такая как бы, ну, посвежее, вот. И, конечно, хочется мне купить ее полноразмерный вариант, но пока вот остановилась на маленьком варианте. В общем, вот эта сыворотка с витамином С на Хёрби стоила 459, со скидкой она была 265, ну и, наверное, мне на нее тоже пошло 10%, не знаю, вот, потому что идет с общей уже суммы в корзине пересчет, то есть отдельно на каждую позицию не пересчитывается. И теперь еще у нас всего два продукта, которые мы пробуем первый раз. Наверное, тоже они станут нашими любимчиками, потом мы будем их заказывать и вновь и вновь. И вообще, если честно, я вот сколько всего заказываю с Хёрби, вот разочарований толком, мне кажется, даже и не было. Вот я даже сейчас не припомню, что нам не понравилось. В основном все нравится. Что кальций, что витамины, что я омегу заказываю не первый раз. То есть в основном все нравится, и только здесь вопрос, могут ли твои финансы позволить тебе еще раз это купить. Заказала вот такой пробиотик. Он был в пробниках. Здесь всего 10 капсул. Я даже не знаю, я бы и Диме его дала бы пропить. Просто 10 капсул – это вот реально капля в море. Его не можно не только когда там какие-то проблемы с животом. Можно просто его пропить полным курсом, и это никогда не будет плохо. Пробиотики мы не получаем в таком количестве, сколько надо в нашей кисломолочной продукции и во всем остальном. Вот. Я бы и себе, если честно, заказала. Ну, в общем, цена была на этих 10 капсул 200 с чем-то, 229. А так как они были в пробнике, они пошли вообще мне за 76 рублей. Более того, я сейчас еще один заказ срочно мне надо было оформить. Но там небольшая сумма, там, по-моему, чуть выше, чем... $30, не помню. В общем, смысл в том, что эти пробиотики опять были в пробниках. И они мне их не дали возможность закинуть опять по вот этой смешной цене за 76 рублей. То есть Ахерб видит, что я уже один раз заказала вот этот товар из раздела пробников. Вот. И они мне уже его предлагают за 229. И вот эту мы вкусняшку заказали Диме. Дима, конечно, очень сильно обижается, когда мы едим что-то вкусное, и ему не даем. И приходится мне под него подстраиваться, искать что-то с хорошим составом. В итоге получилось, когда мы брали от California Gold Nutrition для Димы в основном батончики, я увидела, что все-таки они Диме тоже не подошли. И даже не потому, что там были орехи, а потому, что там была патока. Вот, и у Димы опять начали чесаться ноги. И я себя, ну, прям ругала, что я не так внимательно прочитала состав. То есть в плане пищевой аллергии, вот мы постоянно ищем что-то, что можно и дать ему, и чтобы это было вкусно, и чтобы он не обижался, что мы едим мы. В общем, мы взяли вот такой вот маффин. Он идет, как-то называется, двойная порция с шоколада, этот маффин с пробиотиками. Если честно, я не сильно вникала, как его готовить, то есть это как какао будет разводиться. Какой же здесь объем? Объем то ли 150 грамм, всего 55 грамм. В общем, взяли вот такую вкусняшку попробовать, стоил он 229 рублей.
Ну, в общем, вот такой заказ у меня получился, такой достаточно либо вкусняшки, либо витамины. Еще раз повторюсь, что общая сумма была 4681. Пишите свои вопросы, если вам что-то непонятно. Я опять оставлю свой Инстаграм, где я стараюсь делиться постами. И когда выходят новые видео на YouTube-канале, и стараюсь выкладывать, что читаем мы, и что читаю я, и что читаем мы с Димой. Вот, в общем, подписывайтесь, туда тоже как бы я стараюсь как-то обновлять свою страничку. Если понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока!